Ребятки, всем привет! В этом видео я покажу мой разгрузочный день в виде детокса, как мы с мамой пытались похудеть, но в итоге опять что-то не пошло не по плану, и поэтому я представляю вам мой завтрак, обед и ужин. Погнали! Посмотрите, какая прелесть у нас получилась. Это клубнично-банановое мороженое с йогуртом, с ложкой меда и сверху грецкие орешки. Поэтому всем приятного аппетита. И там зона кассирка где-то косила, но ладно. Вот такой коктейльчик у нас получился. Тут киви, апельсин, водичка и петрушечка. Ребятки, всем доброе утро. Вот наш завтрак, слоеная кашка. Тут не видно, конечно, что у нас слоями. Но тут овсяная каша и в молоке, плюс груша и сверху орешков. И это два слоя того, два слоя того, два слоя того. И я опять ходила в магазин сегодня утром, потому что не было некоторых вкусняшек. И поэтому всем приятного аппетита.